Здорово, братан, сегодня у нас с тобой будет ролик про реквием стенды, первая часть. Поскольку у меня есть из этих 5 реквиемов, которые нам сейчас доступны, у меня есть только 2. Star Platinum реквием и Gold Experience реквием. Поэтому ролик будет про них. Следующая же часть будет про тех, которых у меня нету. Ну и давайте заставочку и будем начинать. Итак, первый на очереди у нас с тобой будет барабанная дробь. Gold Experience Requiem. Итак, для начала поясню, на задний фон я поставлю свой геймплей за Gold Experience Requiem. И буду объяснять вам способности, показывать и так далее. Я всю информацию с сайта Fandom Wiki. Заходите, проверяйте, в принципе, все. Геймплей, бывает, буду вставлять чужой, потому что свой мне лень записывать. Но этот геймплей будет в тему по способностям. И давайте уже приступаем к обзору Gold Experience. Итак, первая способность у Gold Experience – это шквал ударов. Для того, чтобы ее активировать, нужно на компьютере нажать E, а на телефоне нажать на кнопку. Забыл сказать, на максимальной прокачке она наносит 1,9 единиц урона. Второй скилл – это сильный удар. На компьютере надо нажать на кнопку R. На телефоне же надо нажать на кнопку «Сильный удар». Носит на максимальной прокачке 13,5 урона. Кнопку T идет хил ближайшего к тебе человека, если ты его сможешь ударить. Максимальной прокачке способна захилить 31 хп. Следующая способность призывает дерево, и если какой-то человек ее ударит, то ему нанесется обратный урон. Делается все это на кнопку Х. Сейчас способность называется призыв в форме жизни, и она просто наносит 34 хп вашему сопернику. Честно, я так и не разобрался, что она делает. Следующая способность называется луч жизнетворения, и вы просто выстреливаете вашего друга лучом. Если же вы не попадаете, то появляются скорпионы и атакуют его. Способность, самая знаменитая, называется вернуть к нулю. Если, допустим, какой-нибудь Star Platinum останавливает время, то Gold Experience способен это действие обнулить, и также с другими способностями стендов. Следующая способность называется «Пробуждение Реквиема». Соответственно, оно делает вас сильнее, и при убийстве вашего врага он загоняется в цикл и будет умирать несколько раз. Следующая способность же заключается в том, что вы хилите сами себя на 49,5 хп. И последняя способность называется нулификация атак. Вы ставите в специальную позу, и если вас кто-то бьет, сзади него появляются много его клонов, и в это время он ничего не может вам сделать. Вот и вторая часть видео, где мы с вами будем обозревать Star Platinum The World Requiem. Ну что ж, приступаем. И первый навык, который обладает Star Platinum, это шквал ударов. В максимальной прокачке он наносит 1,7 единиц урона. Сейчас способность Star Platinum – это сильный удар. На максимальной прокачке он наносит 21 единиц урона. Следующая способность заключается в том, что Star Platinum как бы скипает время, то есть пропускает его и телепортируется вперед. Следующая способность называется «Боевая точность». Ее прикол в том, что вы можете идеально заблокировать все удары, поставив блок. И при этом у вас увеличивается урон на 15%. И вы заодно выглядите довольно красиво. Следующая способность называется «Платиновый шлем». Star Platinum бьет по земле и разбивает ее, тем самым нанося противнику урон. В максимальной прокачке он наносит 24,4 урона. Следующая способность, Star Platinum как бы бьет по земле, тем самым подбрасывая его и своего владельца вверх и делая высокий прыжок.
Следующая способность называется Rabbit Down. Стар Платинум наносит тяжелый удар и перемещается за спину противнику. И наносит поочередно очень-очень много ударов. Затем они поднимаются в воздух и продолжают его бить там же. Наносит он не очень-то и много. Моя знаменитая его способность это, конечно же... Как вы поняли, это, конечно же, остановка времени. Моя любимая способность. Стар Платинум максимум способен остановить время на 7 секунд. Стар Платинум, за ворду! Ну вот и подошел к концу мой видос, надеюсь тебе он очень понравился, и ты подпишешься и поставишь лайк, ведь я над ним очень старался. И в принципе все, всем спасибо за просмотр, спасибо за внимание, надеюсь я вам помог. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, и до скорых встреч, всем пока-пока.